Из свиной шкурки можно приготовить множество вкусных и необычных блюд. Одно из таких – холодец. Готовится просто, а результат потрясающий. Свиная шкурка – это не отход, а ценный продукт, из которого можно приготовить настоящий кулинарный шедевр. Кроме рулетов, зельцев и супов из свиной шкурки можно приготовить холодец. Это очень вкусное, сытное и ароматное блюдо. Хочу вам рассказать, как приготовить холодец из свиных шкурок. Шкурка свиная – 1200 грамм. Чеснок – 2 штуки. Соль – по вкусу. Лавровый лист – 2 штуки. Перец душистый – 3 штуки. Количество порций – 6-8. Подготовьте ингредиенты. Свиные шкурки хорошо почистите, срежьте сало. Шкурки хорошо промойте, залейте водой, поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите пену. Посолите по вкусу, добавьте одну головку мелко нарезанного чеснока. Добавьте перец и лавровый лист. Варите на медленном огне 2 часа. Шкурки немного остудите, нарежьте небольшими кусочками. Выложите в форму для холодца, добавьте чеснок, попробуйте на соль. Бульон процедите, залейте им холодец. Поставьте в холодильник для застывания на 6-8 часов. Подавайте холодец из свиных шкурок с хреном и горчицей. Очень вкусный и ароматный холодец готов. Приятного аппетита!